Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в самом центре Ташкента, недалеко от площади Минор, также известной как Белая мечеть. Находимся мы в небольшом ресторане, который называется Мостова Ус. Это такой бренд. И это место знаменито, как ни удивительно, фирменный мостовой. Вы можете посмотреть, как она выглядит, друзья. Это очень классный и очень вкусный национальный узбекский суп. Ребята, мы уже много раз были здесь. Я всем рекомендую посетить это место, попробовать и ощутить эту атмосферу свежести и тишины. Ребята, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк и до скорых встреч!